Добрый день, дорогие друзья! В прошлом ролике Леонид Константинович вам рассказал про офтальмокомпенсатор призменный, ОКПД. Сейчас я вам расскажу, как с ним работать. У нас есть два тест-объекта, которые мы должны приклеить на стену. Мы будем с ними работать. Здесь внутри призма. Их две. И они вращаются, как бы две вращаются внутри. Мы призмочку ставим ровно к глазу, близко, то есть не далеко, а вот близко. Смотрим на предмет, который находится на расстоянии. Ничего не происходит, да, то есть убрали, потому что призма стоит на нолике, то есть нет силы призмы. Мы выставляем на 1,1, прям вот крутим шкалу, то есть она крутится. 1,1 выставили, ставим на предмет, должно быть два предмета. Поставили, два предмета убрали, еще раз попробовали, два предмета. То есть мы вызываем искусственное двоение предметов. Перевернули призму, еще раз поставили, два предмета, два. Теперь нам нужно, чтобы мозг научился сливать эти предметы. Ставим так же само призму. Было два предмета, ждем, пока не сольются. Один предмет убрали, перевернули, еще раз поставили два предмета, и они сливаются в один. Таким образом, мы пробуем 2-2, ставим, тренируемся одной стороной, другой стороной, ждем, пока будет слияние. Пробуем 3-3. Получается сливать. Происходит слияние. Пробуем 4-4. Происходит слияние. Если нет, мы возвращаемся на 3-3. То есть уменьшаем наоборот. 3-3 поставили. Снова слияние. А потом мы пробуем менять расстояние. То есть было метр. Потом станет 1,5 метра постепенно. Да, то есть мы поставили, сливается. Пробуем 2 метра, 2,5 метра. И на каждом расстоянии должно происходить слияние. И увеличиваем силу призмы. Постепенно, постепенно. То есть с каждой силой призмы у вас должно происходить слияние. Было 2 предмета, слились в 1.